Поехали. Сегодня мы познакомимся с прямострочной швейной машиной торговой марки Type Special, модель SF01 S320A для пошива средней и тяжелых материалов. Длина стежка у нас до 7 мм, что очень важно при работе с тяжелым материалом. Машина оборудована встроенным сервоприводом. Сервопривод установлен на главном валу. Это снижает вибрацию, уровень шума, увеличивает срок службы машин. Также в машине у нас есть автоматическая система смазки. Так, у нас встроенная моталочка для намотки шпульной нити прямо во время работы. Усовершенствованная система натяжения ниток с дополнительным регулятором натяжения для более точной и детальной настройки. В рабочей зоне у нас расположена кнопочка пошагового шитья и кнопочка включения и выключения регулировки уровня подсветки. Подсветочка у нас находится с двух сторон от тыкла-водителя. Это очень удобно и не дает тени в рабочую зону. Панель у нас имеет жидкокристаллический дисплей. Машинка у нас имеет функцию регулировки скорости до 3300 стежков в минуту, что более чем достаточно для работы с тяжелыми материалами. Но мы в своей работе возьмем скорость, ну, такую небольшую, 1800. Также у нас есть функция позиционирования иглы, да, при останове шитья у нас иголочка или вверху, или в ткани остается. Функция очень удобная, это плавного старта в начале. И самая любимая функция – это обрезка нити. Теперь посмотрим, как машина ведет себя в работе. У нас тяжелый материал, мы взяли грейтов, 4 слоя, иголочка у нас 120 номер. Вот у нас позиционер вверху, иголка остановилась, пяточкой мы обрезали ниточку. Вот, смотрим, смотрите, какое качество строчки на 7 миллиметрах. Прекрасная у нас строчечка. Теперь пройдемся с функцией позиционирования. Начали шить, остановились, иголочка у нас. Мы повернули, остановились, опять повернули, позиционер поставили наверх, и сейчас прошьем, сделаем заточку и вернемся обратно, и, конечно, обрежем ниточку. Все, у нас с вами все чистенько, смотрите, все аккуратненько получилось. Машинка идеальна для тех, кто не хочет, не готов переплачивать за дополнительные функции автоматизации, но хочет иметь необходимый и достаточный набор. Это регулировка скорости, это позиционирование иглы, это плавный старт и, конечно же, обрезка ниток, которая самая актуальная, чтобы у нас хвостики были коротенькие, чтобы нам не приходилось выдергивать ниточку и обрезать. Машинка классная, недорогая, работает хорошо, мягко и имеет все необходимые и любимые нами функции.